И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Робби, Енот, Кошак и подписчики. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карту на зону 51, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня подписчики должны сбежать с этой карты, а мы с Кошаком будем их мочить, просто так. Если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы будем начинать. Надеюсь, вам понравится, и поставите лайкосик, и подпишитесь на классный канал Димас ТВ. Правильно, Кошак? Крушители стекол. Подожди, а куда они пошли? Они куда-то сюда. Сюда? Ну, надо по... Ой-ой-ой, блин, да, ты угадал, они пошли сюда. Серега уже миллион бомб успел поставить. Да куда он успевает? Вот тут бомбы стоит. Мать Тереза! Ого, вот это жахнуло. Так, ладно, Кошак, не получилось с первого раза, идем заново. Миша, все фигня. Опа, побежал, побежал. Кто там у нас? Так. Сейчас... Мы сюда ходили, я помню. Ой-ой-ой, тут кто-то был. Так. Телевизор нельзя съесть? Нельзя. Ого. Так, отлично. А мы правильно идем? Вроде сюда? Не-не, это карта измененная, это не такая, как та. Ладно. Нам сюда, значит. Нет, не сюда. Вот сюда. А, я вспомнил. Все-все-все, я помню эту карту. Надо сюда. Вот в эту дверь. Да-да-да, я все помню. Здесь электричество. Ой-ой-ой. Блин, да чё оно... Подожди, а как оно работает? А, оно не сильно лупит. Давай проверим, сколько жизни тратит. Всего 500. А, чё-то маловато. Пошли дальше. Мы должны пацанов этих найти по-любому. О, это машина, которая телепортирует. Ну давай, ты пэхни меня. Люблю эту карту. Так. Давай нажми окаивай. Чё-то не работает. Вы сломали машину телепорт. Нет, не сломали, она работает. Отлично, отлично. Как тебе там дела, Димас? Да вроде тепло. Ой, у меня жизни тратится. И все, и ничего. А, не, я тпхнулся, с другой стороны вышел. Значит, работает. А ну, нажимай. Во-во, мы правильно идем. А, тут шипушка. Так, так, так. Там на жизни много. Мы все равно все пройдем. Чему, вернулись назад, что ли? Искальщики. Да нет, по-моему, не обратно. Не обратно, не? Ну, это дверь убью. Сюда. Ай! Серега на своих бомбах подорвался, все сходится. Как всегда. Блин, карта очень большая. Ладно, я побегу на поверхность от вас. Давай. Там подготовлю ловушки. Хорошо, если мы найдем поверхность, то мы придем туда. Никого не можем найти. Кошак знает, где это поверхность. Кошак, давай, я за тобой. Показывай. Знать бы, что он где-то повис. Карта измененная. Я вам небольшой подарочек тут пока ставлю. Покай, босс. Только мы найти ничего не можем. А, вот а сюда. Вот сюда. Я вспомнил. А, да, да, да. Так, отлично. Сейчас что-то будет. О, я нашел выход. Вот это походняк у меня крутой. Сюда. Вот сюда. Да, все правильно, идем. Сейчас найдем пацанов. Опять кто-то умер. Что, на своих бомбах подрываетесь, что ли? Да. Подожди, а куда мы идем? Это правильно? А вот, да, надо нажать тут. Должна дверь открыться, по идее, вот здесь вот. Или нет? А мы сейчас ее удалим. Вот смотри, как красиво можно сделать. Енот, беги давай к выходу А. Я тут не ловушки смог? Готовлю для них. Так, приближаемся. Тут какая-то шипунца кто-то дал. Не, сейчас лифт должен приехать. Во. Во, отлично, заходим. Поехали. Ты боишься в лифте ездить? Да не, просто люблю даже. Ого, какой-то... Мы что, застряли? Опа, а вот это... Ого, что за выстрел? Ого! Серега, ты что, сумасшедший? Ого. Это какая-то жесткая война. Смотри, смотри, как жизни тратятся. А у меня очень много, у меня 30 тысяч. Ого, а что на меня на нас не срабатывают? Вали пушки эти. Они не ломаются. Ого!
А как эти бомбы они уничтожать? Они не взрываются, эти мины. Серега нормально ловушек наставил. Может, спекали в них пострелять? На улицу выйдите, вас ждет подарок. Идем, ладно. Это еще не все. Это еще не все, да. И что здесь на улице? Ого, он стрипушку направляет на нас. Например, сколько жизни отнимает? А ну давай, стреляй, я не боюсь. Так, прицеливается. Заряжается. Ага, разрядился. Так, пока они тут стреляют, надо искать их. А, он что, не бьет на нас? А, тут и стекло побил там? Да-да-да. Ага, я понял. Тут стекло можно побить. Вон пушки бьют. А я могу поли... О, аниматроники по лестнице могут лазить, я не знал. Блин, тут никого нету. Вон он в пушке сидит. Да я сейчас управляю пушкой. Я сейчас по нам стрельну, смотри. Не. Чуть не стреляй. Так, отошел. Опа, музычка пошла. А чем он стреляет по нам, что у нас жизни отнимается? Ничего не понимаю. Лазером. Ах ты лазерный человек. Блин, я застрял. Так, надо, короче, лови спускаться. Подарки. Я спускаюсь, ну нафиг. Серега решил нам вообще войну устроить жесткую. ПВП, давай. Вот он, мочи его. Ну, есть. Попал. А что ты хотел, Серега? Вечно не будешь выигрывать? Откуда он опять гасит? Ярослав Пока Лапа. Вы отвлекались на меня, я попросил одного челика взять и активировать бомбу. Какую бомбу? Она просрала. А ты догадать. Эта бомба не сработала. Так, два возьмем каких-то... О, я могу невидимым стать. Опачки. Давай, маскируемся, кошак. Я только общаться со своим кроликом. Правой кнопкой мыши. Во. А вот теперь мы их идем искать. Выходите на улицу, пацаны. Давай, короче, их будем тут ждать. Как эти мины? Они... А чё они не взрываются? Смотри, я прохожу, они не взрываются. А они на NPC, по-моему, только рассчитаны. А, на NPC. И съесть я их не могу, а хочется. Бум. Ух, ё. Чё это жахнуло так громко? Это лазер наверху. Вон он, а вон он наверху. Мин уже нету здесь, они поисчезали. Серега, зачем ты Z нажимаешь? Ты хитрый. Потому что он едет к нам. Маскируемся. Кошак, давай, все невидимым. Делаем засаду им. Так, лифт приехал. О! А кто это? Здравствуйте. Это я, Фредди. Привет. А что у тебя такой голос какой-то стрёмный? Да приболел. А какой то пароль секретный аниматроников, скажи? Я иду в пиццерию. Неправильно. Дубль 2, Серега, не получилось. Спалился. Знаешь почему? От тебя воняло говном, ты обосрался, когда ехал. Даже тут вот все на полу осталось, твои эти запахи. Енот сбежал, а мы тебя не видели, как ты? Тут же один только выход. Не убивает? Не убивает. Маскируемся и прячемся в бункере. Чик. А, вот еще один выход, я вспомнил. Я вижу. Он бомбу активировал. Вот это жахнуло. А где этот взрыв-то? Это внутри базы был. Нифига себе. Опа, радиация пошла, да? А у меня нет эффекта бомбы, просто радиация кушает меня. Так. Сейчас будет. Давай, делай взрыв мощнецкий. Чё за попугай прилетел? А, это кошак. Как-то стрёмно летаешь. Ну, где мега-взрыв? Я хочу Сейчас взрыв. Сейчас будет, смотрите. Давай. О, я вижу бомбу, ты тащишь. А, то свинья ходит с Майнкрафта. Все, я взрываю. Давай. Ого, хотел сказать, что-то слабо. Во, как будто время перематывается. Бум. Офигеть, вот это взрыв. Это еще начало. Это еще не взрыв? Ух вот ты, взрыв. Что? И еще. Не, Балора такой не берет. Эпический взрыв, очень эпический. А, не берет? Нет. Ну, я тебя понял.
Опа, сирена, это что, ядерный взрыв? Ух ты! Серега, это моментальная смерть, там просто impossible выжить. Там хоть у тебя миллион будет жизни, ты все равно умрешь. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!